постельные принадлежности. Смотрите, вот у нас пакет здесь, документы. Вот здесь медикаменты. Вот здесь еще что? Консервочка, тушенка. Потому что мы не можем выбраться, допустим, там на улицу из-за обстрелов. Вот. И поэтому все мы здесь храним. Вот, Европа все молчит, что в таких условиях в 21 веке мирных людей берут, обстреливают. Дома здесь уничтожены, детей уничтожают, жители. У меня просто нет слов для возмущения. И на это все ОБСЕ, Евросоюз. Все молчат, все, закрыли глаза. Кому же ты убить? Стреляли градом, минометом. И вот это вот оно распадается. Вот сейчас у нас правительство Александра Владимировича Захарченко. Uh-huh. Вот, 100 человек депутатов будет. Вот, это все избирал народ. Я считаю, что это власть такая, которой можно доверять. И которая вот пообещала и сделает для людей. Не такая вот, которая коррумпированная, которая с олигархов состоит, которые набивают себе карманы денег.